Вперед, Спартак, дави врага. Приехал из Америки, из Флориды, болеть за московский Спартак. Мы с вами, ребята, всегда, на любом конце мира мы с вами. Спартак чемпион. Привет, Спартак, вперед! Только победа! Мы с тобой. Спартак, Москва! Мы Спартак, Москва! Красно-белой семье, красно-белой команде из Самары. С победой! Ули! Ура! Вперед, Спартак, Москва! Спартак, чемпион! Спартак, вперед! Hi, это Спартак. We are fan of Спартак Москва. Мы за вам, Спартак Москва. Yeah, еще да. Я как промисы, смотрите, ребята. Я похожи как промисы. Еще я играю на споте. Давайте. Да, мы за вам, Спартак Москва. Hello, Victor Moses. We are fans of Спартак Москва. Alpha, my brother, how you doing? All the way from Наспорт. Moscow, Наспорт. Наспорт. Victor Moses. Let's go. Today, victory. Yeah. Yeah. Только победа, Спартак. Только победа. Давай. Спартак! Супер, спасибо большое. Конечно, приму. Супер. Ого, круто. Привет. Идем вместе. Давай. Thank you.
первому тайму ощущение, что все, что до тебя доходит, это только цепляется за мячи. Почему так происходит? Не знаю, почему так происходит. Сейчас разберем, но играем безобразно. Ну, больше нечего сказать. Нужен кто? Новый игрок, какие-то слова, чтобы сейчас команде помогло. Может быть, тебе там Николсон в пару или Промес? Я не знаю, сейчас тренер скажет, поправит, подскажет, что нужно делать. Но пока я говорю, пока безобразно. Эй, Спартак, давай вперед, вся Москва победу ждет. Yeah.
It's a Spartak mentality. The lion changed the game. Yes. That's the mentality. Встреча Спартак Крылья Советов. Саш, тебя с победой и вашей персональной наградой. Ты сказал, что первый тайм ваша игра была безобразной. Какое сейчас слово можно подобрать в итоге после окончания матча? Ну, наверное, противоположное. Ну, потому что если сравнивать первый и второй тайм, это просто две разные игры. В принципе, если честно, когда я говорил после первого тайма эти слова, я, примерно, понимал, что, наверное, сейчас мы изменим игру и будет, ну, совсем другая игра. И я очень рад, что в такой тяжелой игре мы смогли все-таки во втором тайме сыграть совсем по-другому, со знаком, с огромным знаком плюс. Ну, я уже вот недавно, если давал интервью, то я сказал, что никогда нет обид на тренера. Ну, что-то 5 минут, 10 минут. Ну, это моя работа. Если мне дают 5 минут, надо сделать так, чтобы в следующий раз дали 10 минут. Поэтому спорт, в принципе, это конкуренция, футбол в том числе. И все время нужно доказывать. Если где-то дашь слабину, то у тебя есть конкуренты, которые будут играть за все. Если будешь играть хорошо, будешь делать свою работу, тогда будешь играть. Все просто. Хорошо. Нормально? Да. Привет. Ой. Радовался, когда мы забили? Да. Даже папа умер. А я даже с моим Валерой, когда мы играли. Фу! Поля. Да, вот там играем. Да. Сегодня действительно нам удалось показать реакцию, которая была необходима во втором тайме, биться. Но в целом нам нужно показывать, играть со всем сердцем, открыто и с полной самоотдачей с самых первых минут. Тем не менее, сегодня я ребятам благодарен за то, что смогли показать то, что показали во втором тайме. Веру. Ну, действительно, футболисты должны играть и за себя, и за партнера, один за всех и все за одного. И они должны также играть за многочисленных болельщиков, которые есть у «Спартака». А я, как тренер, тоже являюсь частью этого большого единого целого. Сегодня мы, естественно, знали, все футболисты знали об этом факте, потому что это дополнительная мотивация. И на самом деле сегодня было два очень важных момента. Первый – это присутствие ветеранов «Спартака», потому что это часть истории, это очень важно, и мы не должны были ударить грязь лицом перед ними. Это был первый момент. И второй момент, который тоже для нас был очень важен – это получить победу, взять 3 очка. Сегодня нам удалось сделать и первое, и второе, и я обещаю, что в дальнейшем команда также будет самоотверженно биться и выкладываться на 200%. Я такой, каков я есть, и эмоции, и страсть – это часть моего характера. Я очень люблю, я обожаю свою работу, мне нравится быть внутри команды, находиться на поле, общаться с ребятами. Иногда даже они просят побольше выходных, потому что, наверное, устают от меня.